Они растут как грибы после дождя, и даже еженедельное их уничтожение не помогает. Они появляются снова и снова, и, как правило, в неположенном месте. В Чебоксарах прошел очередной рейд по сбору незаконно развешанных объявлений. Очень просто. Срезаем. Все, ничего сложного. Каждую неделю таких объявлений и афиш можно собрать несколько сотен. Этим занимается автономное учреждение «Городская реклама». Прежде чем повесить ту или иную афишу в городе, человек, который хочет повесить эту афишу, обязан обратиться с заявлением в город. Город на основании как бы заявления, получается, выдает паспорт на размещение этой афиши либо вывески. И человек, кто хочет повесить эту афишу, обязан платить госпошлину в 3000 рублей. К сожалению, таких рекламодателей, которые делают все как положено, единицы. В основном яркие объявления и афиши появляются на заборах и столбах самовольно. При этом портят и эстетический вид города. Недобросовестных рекламодателей не останавливают даже штрафные санкции. Получается, ответственность, как будет физлиц, идет предупреждение, либо штраф от 500 до 2000 рублей. На должностных лиц штраф от 2000 до 5000 рублей. На юрлиц штраф от 5000 до 20000 рублей. По собранным объявлениям не всегда удается разыскать инициаторов и привлечь их к ответственности. Поэтому сотрудники автономного учреждения выходят в рейд снова и снова. Сложил, собрал аккуратно и храним потихоньку. Может, кто-нибудь вернется за ними. Да, либо это, как сказать, почему-нибудь можно использовать, либо просто выкинуть можно. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.